На сцену приглашается весовая категория до 80 килограмм. Мужчины. Мамаюсупов Сардор и Каримов Алишер. Мамаюсупов Сардор взял первый балл. Хочу напомнить, что Мамаюсупов Сардор участник Кубка мира по масс-рестлингу. Два ноль. Мамаюсупов Сардор, поаплодируйте, человек победил! На сцену приглашаются мужчины до 90 килограмм. Трофименко Сергей, Кадыров Ильяс. Готовятся Кушванов и Кусенков. До 105 килограмм готовятся. Один ноль. Трофименко Сергей ведет. В этом раунде и в этой битве поединке победил Трофименко Сергей, друзья! Следующие на сцену приглашаются мужчины категории до 105 килограмм. Кушванов и Гусенков. Весовая категория до 105 килограмм. Готовятся Курбанов и Ходжиев. Со счетом 1-0 Гусенков ведет, просто вырвал палку. Давайте поаплодируем победителю.